Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на Сардинии в городе Сан-Лури, где представляю Армению и свои работы. Мои открыточки, которые я делаю, цветочки, вазочки и все то, что вы видите на этом столе. Дорогие друзья, как ты кьями? Джузи. Что ты презентанду ква? Твои лаборетти? Си. Вот смотрите, какие красивые Сардиния. Борсе, это сумочки такие вот украшения. Molto belle, complimenti. Grazie. Fai ciao a tutti. Ciao. Ciao. Venitemi a trovare. Вот замечательная работа, национальные костюмы Сардинии, которые делает вот этот мужчина. Дорогие друзья, провинция Нуоро, этот мужчина представляет свою работу ручную, замечательные маски, как вы видите, посмотрите, файбедерле маски, посмотрите, как замечательно это он представляет на празднике Феста дель Борго. Grazie mille al Prologo di San Luri per dare la possibilità di essere espositori come noi. Grazie mille. Привет всем, дорогие друзья! Вот и мой столик на выставке продажи в городе Сан-Лури, Сардиния, Италия, готов, где я представляю свои ручные работы и Армению, а также Сардинию. Это все моя ручная работа, брелочки, открыточки, сувениры. А также кусочек Москвы. Хаястан. А сейчас вот такие вот работы, которые делает... Чао, come ti chiami? Serena. Serena, чао, questi lavori ti fai tu? Sì. Serena говорит, что эти работы делает она. Какие замечательные изделия. Molto brava, complimenti. Grazie. Bravissimo. Grazie mille. Fai чао. Grazie. Вот мы видим опять работу вот этого человека, который плетет корзиночки. Molto bello, bravissimo, Sì, sta piovendo, purtroppo. Вот национальные изделия, опять же, ручной работы Сардинии, замечательные, из пробкового дерева. Такие вот кошелечки. Здесь пробкового дерева очень много на Сардинии. А это маленькая церквушка Сан-Себастьяно.
Пелизы. Tra Matteo e Sara. Quindi chiediamo ufficialmente una testimonia. С вами Луси Карачунян, амичи нел мондо. Грация милле а пролоку ди Сан Лури пер даре questa bellissima possibilità di essere espositore alla Sagra Festa del Borgo.